И продолжение аграрной темы. Слет работников сельского хозяйства состоялся в Ауле-Баканас Алматинской области. По традиции, в сезон урожая аграрии подводят итоги проделанной работы за год. Карима Куралова продолжит. Поднять экономику области на высший уровень и в полном объеме обеспечить Алматы сельхозпродуктами. Такую цель ставят перед собой аграрии Баканаса. На протяжении всего года животноводы и фермеры трудятся, чтобы на прилавке мегаполиса поступали свежее мясо и продукты. В нашем районе есть около 30 тысяч орошаемых земель. Из них на 18 мы выращиваем пшеницу и рис. В основном рис. Сейчас сбор уже заканчивается. В этом году урожай получился очень хороший. И нам есть чем гордиться. В рамках слета в Баканасе состоялось общее собрание. На нем аграрии и животноводы поделились друг с другом своими успехами и достижениями. И гордиться им есть чем. На сегодняшний день здесь действуют 13 ферм, на которых разводят лучшие виды коров. Среди них отечественная Казахтын Акбасы, а также мировые Герофорд и Сандагер. В рамках слета также состоялись праздничные мероприятия, спортивные состязания и поэтические конкурсы. Раз в году в это время фермеры собираются и делятся друг с другом своими успехами. Издревле наш народ занимался разведением скота и летом устраивал подобные слеты, и сегодня мы не должны отходить от этих традиций. Слет продолжался на протяжении 2 дней. По итогам соревнований победителям всех конкурсов были вручены грамоты и памятные подарки. По словам самих аграриев, они от души порадовались за прошлые достижения и теперь с новыми силами будут идти к новым успехам. Карима Курала, Ержан Жамбырбаев, Национальный телеканал Казахстан.